Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Издавна золото являлось мерилом богатства и статуса, и сегодня она не утратила свою роль. Как женщина может показать свое внутреннее сияние, свой статус, свой уровень? Конечно же, при помощи ювелирного украшения. Сегодня сенсационное, специальное предложение дня. Золотая цепочка, двойной ромб. Номер лота для заказа 003-446-327, и цена только сегодня. Выбирайте свою длину, подбирайте цепочку для себя любимой. Сразу на любую из длин мы вам гарантируем бесплатную доставку. Как подобрать длину, как создать свой образ, я вам обязательно расскажу. Но давайте сейчас обратим внимание на плетение и на то, как цепочка ложится. Она великолепно смотрится как самостоятельное украшение и как основа под ваш любимый кулон. Это может быть крест, это может быть какое-то другое украшение. Как бы вы ни носили эту цепочку, вы будете великолепно смотреться. Чем больше цепей, тем лучше. Золота много не бывает. И обратите внимание на плетение. Плетение двойной ромб. Это не только надежность, двойная надежность, это еще, конечно, и красота. Если одно звено, это здорово, а если звена два, это намного лучше. Плюс на каждом звене у нас с вами алмазная грань. Итак, в этой цепочке есть все для того, чтобы женщина почувствовала себя действительно на высоте, потому что есть великолепное плетение, есть потрясающее совершенно, конечно же, золото 585-й пробы, и есть... Вот, посмотрите, как раз вам пробу сейчас покажу. Проба у нас на соединительном колечке 585-я проба золота. Гарантия надежности, гарантия качества, гарантия вашей инвестиции. Вложение в вашу красоту, вложение в ваше будущее. Золото 585-й пробы. У цепочки двойной ромб. Номер лота для заказа 003-446-327. Вот посмотрите на плетение. Плетение двойной ромб, то есть каждое звено обладает своей геометрией. Плетение достаточно широкое для того, чтобы быть заметным даже издалека. И действительно, в этой цепочке женщине сиять очень легко. Но я вам однозначно подберу какие-то украшения в комплект, которые вы сможете сочетать с этим предложением. Например, кольцо священной молитвы, которое у нас появится далее. Или вот такой вот потрясающий утонченный золотой крест, который также будет у нас в эфире. Это крест, который называется «Вечная красота». А почему у нас сегодня золото по такой доступной цене? Во-первых, у нас распродаж на телеканале, поэтому у нас, естественно, цены снижаются. Ну и плюс, у нас лучшие отношения с поставщиками. Мы вам предлагаем золото по цене поставщика. А то, что цены наши уникальны, то, что цены наши действительно доступны, вы можете убедиться на примере, например, магазинов, да, вот, которые на сайте мы вот сейчас смотрим, например, самая маленькая длина, 40-я, стоит и 8, и 13, и 12 тысяч рублей на плетение двойной ромб из красного золота. То же самое золото, тот же у нас с вами проба. Сейчас у вас возникнет вопрос наверняка, а как сделать заказ? Дозвонитесь до наших операторов, назовите им номер лота. И, собственно говоря, ожидайте в своем ближайшем почтовом отделении это украшение. Оплата только и исключительно по получении. Давайте разберемся еще раз с секретами плетения. Но сначала, конечно же, посмотрим на наши модели, вот представим, да, вообразим, как мы сможем носить эту цепочку на себе, как она идеально ложится. Можно носить каскадом, тоже очень трендовое сочетание, тем более благодаря нашим ценам вы действительно сегодня можете выбрать больше, чем одну цепочку, 2, 3, 4, сколько захотите. Подбирайте разные длины и, конечно же, кулоны, кольца, серьги у нас сегодня тоже будут в эфире, потому что золота у нас сегодня как никогда много. Итак, размеры от 40 до 65 сантиметров, на нашей модели сейчас длина 55 сантиметров. Соответственно, длина начинает от 60 сантиметров, вы можете одевать, не раскрывая замка, хотя замок здесь тоже очень интересный и удобный, детали сейчас обязательно покажу и расскажу. Итак, цепочка двойной ромб, это сочетание золота 585 пробы, это сочетание блеска за счет алмазной грани и двойного звена. Давайте с вами разбираться как раз вот с нашим плетением. Стандартная ширина, которая бывает у плетения в золоте, да, это где-то 1 мм. Один, ну иногда, может быть, полтора. Посмотрите на ширину здесь, она составляет почти
2 миллиметра. И плюс на каждом из звеньев, которые вы здесь видите, вот абсолютно на каждом, по 4 алмазной грани. С одной стороны у нас с вами алмазная грань, и с другой стороны алмазная грань. Поэтому создается эффект вот таких лепестков из золота, каждый из которых соединен один с другим. За счет того, что звено у нас с вами двойное, оно чрезвычайно надежное. Такие плетения служат очень долго. Ну и золото, собственно говоря, конечно, тоже, потому что золото у нас с вами металл вечный. Посмотрите, что здесь у нас с вами указано, что это золото 585 пробы, длина 55 сантиметров, и в данном случае масса изделия около 2 граммов. Соответственно, у вас вес будет меняться в зависимости от того, какую цепочку вы приобретаете. Будет колебаться в районе от 1,70 до где-то 2,5 грамм. Вы экономите очень солидные деньги на золото, то есть вы не только вкладываете деньги, но вы еще и экономите. Сейчас все финансовые консультанты, сейчас абсолютно все финансовые аналитики говорят, вкладывайте в золото. Это самая надежная инвестиция. Ну и плюс это показатель вашего статуса. В данном случае у нас с вами панцирное плетение, которое стало основой действительно многих плетений. У нас здесь с вами такой двойной ромб, тип панцирного плетения. И у нас здесь с вами, конечно же, универсальное украшение во всех смыслах этого слова. Хотите, носите с любимым кулоном, хотите, сочетайте с праздничными нарядами, если у вас будет такой многоуровневый, например, да, вариант. Или вы можете также... Также, например, носить такие украшения просто вот как единую такую линию, тонкую, нежную, уникальную. Ну и давайте с вами, конечно, обратим внимание на то, как сияет у нас с вами золото. Этот блеск золота останется с вами навечно. Такой дизайн будет популярен и через год, и через два, и через 10. Вкладывая в золото, вы делаете свою самую выгодную инвестицию. Самое главное, вы инвестируете в себя.